Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления корейской закуски. Знаете, которые на рынке продают эти корейцы. Там кимчи всякие, огурцы убитые, ну вот такая вот тема. Это мы будем делать крабовые палочки по-корейски. Это будет вкусное блюдо, оригинальное, довольно-таки бюджетное даже по нынешним временам. И готовится все очень просто. На основном канале, друзья, сейчас тоже вышло видео. Там похожий рецепт, но только из маринованных кальмаров. Тоже очень классно получилось. Кому интересно, придите, посмотрите. Ну, а мы давайте приступим к приготовлению салата. Так, чтобы не затягивать видео, я уже подлинненько подготовил. Купил перец, не нашел. Просто острого перца, знаете, такой длинный у нас продается, бывает. Поэтому купил болгарский, но чтобы ему добавить остроты, взял 3 зубчика чеснока и мелко порубил 2 вот таких вот острых перчинки чили. Чтобы была немного острота, просто чтобы не затягивать время. Дальше, друзья, нам нужно потереть на терке для морковки по-корейски морковку, лук, кусочек сельдерея и болгарский перец. Но это большой, хватит половинки. Сейчас нарежу все это с соломкой. Но прежде чем сейчас это все начнем делать, нам нужно взять кастрюльку, налить примерно плюс-минус пол-литра воды. Добавляем сюда, в эту воду, столовую ложку сахара. Даже можно чуть больше, 1,5 столовых ложки сахара на пол-литра воды. Так, пачка крабовых этих палочек у меня, а тут вес, я не знаю, сейчас даже одну секундочку, где тут вес не написанный. Короче, друзья, не знаю, где тут вес, раз, два, три, восемь палочек пачка, вот такая. Делаем за счет на эту пачку, средняя получается, не самая большая, но не самая маленькая. Также в эту воду добавляем почти столовую ложку без горки соли, размешиваем. И ставим на плиту, пока чтобы оно закипело, а мы пока быстренько, я быстренько подготовлю овощички, нарезку, и мы продолжим. Все, смотрите, морковку натер, перец соломкой нарезал, лук можно взять белый, можно красный, кусочек сельдерея, чеснок, чили, все готово. Нарезка подготовлена, теперь берем закипевший туз лук, как раз он в кастрюльке у меня закипел, пока я нарезал овощички, горячий, и прям в кипяток кидаем наши овощи. Так, закинули все это дело. И вот на этом этапе, когда забросили овощи, наливаем столовую ложку, можно чуть больше, попробуйте, как вам, уксусу. Я возьму какой-то у меня винный, можно взять яблочный, можно взять обычный эссенцию, можно какой угодно. Просто нужна кислота, для чтобы замариновать вот эти овощички. Размешайте, попробуйте, сейчас это все даст сок, и в этом соке все друг друга пропитает, друг дружку, и будет очень вкусно. Ничего добавлять не надо, все отлично, на мой вкус. Теперь добавим сюда этим овощам, чтобы это тоже все распаривалось, ложку красного чили, хлопьями молотого, корейское, ну вот единственное, что у вас может таких перцов нет. И чтобы это было красивого цвета все, добавим мелко порезанный чили, как порошок, был красивый цвет. Сейчас это все в кипятке там запарится с овощами, соединится и будет очень круто. Все, оставляем это дело на пару часов мариноваться, остывать, просто вот в таком состоянии. Друзья, через 2 часа мы к этому вернемся и продолжим делать наш вкусный салат из крабовых палочек. Пока вот основа готова. Попробуйте маринованные овощи. Очень вкусны в салатах. Вообще не только вот с крабовыми палочками, а вообще вот со свиных шкурок я делал. Классно получается. Теперь из палочек сделаем на некоторое другое, но будет не менее вкусно. Все, ждем, пока замаринуется, остынет и замаринуются как раз эти овощички. Итак, друзья, все, овощи остыли, замариновали. Теперь просто лишний маринад с них сливаем на дуршлачок и убираем. Откидываем и все. Так, пока это дело стекает, давайте подготовим, нарежем крабовые палочки. Ну и скажем, вот так. И огурец. С огурца вырежем вот эту вот неводянистую часть. Водянистая часть, наверное, не нужна, жидкость. А вот так это обрежем, все это дело. Это так, столько посыпали, съели. А вот это мы сейчас нарежем быстренько тоже соломкой. Так, огурцы пошли. Сейчас палочки дорежу. Так, палки нарезали, огурцы нарезали. Так, все-таки это азиатское блюдо. Без зеленого лука здесь никак. Немного зеленого луку. Так, замаринованные овощи стекли. Естественно, как без соевого соуса, буквально ложку соевого соуса добавим сюда, 2, наверное, ложку мало, ложку нашего, которую мы делали уже, креветочное чили масло, но если у вас нету, можно обычное масло или оливковое, вот, ну, сюда оно зайдет просто идеально, смотрите на этот цвет, все, перемешиваем, и сейчас будем пробовать, смотрите, друзья, что получилось, кастрюльки перемешал, потому что было удобно. Вот так это нарядно выглядит. Запах я вам не могу, я тут пахнет. Ну вот такой вот, друзья, получился
крабовый салат, закуска по-корейски, такого нарядного цвета цвета. Давайте попробуем. Палочка, морковка, огурчик. Друзья, это очень вкусно. Овощички хрустят. Сладость крабовой палочки. Острота перца, чесночок. Короче, друзья, на этом надо делать, это надо пробовать. Я почему-то больше чем уверен, этот салат зайдет всем. Он очень хороший. Он в меру острый. Нету никаких специфических запахов, да, азиатской кухни. Такой салат на любом праздничном столе не останется без внимания, это однозначно. Даже смотрите на его внешний вид. Так что, друзья, вот вам еще один салат в копилку ваших любимых, надеюсь, будут рецептов. Попробуйте, приготовьте, и вы однозначно не пожалеете об этом. Это вкусно и просто, как вся азиатская кухня. Быстро, просто, вкусно. Все, друзья, на этом я заканчиваю это видео. Друзья, на случай блокировки YouTube меня можно найти всегда на Яндекс.Дзене. Смотрите первый закрепленный комментарий под этим видео. Там все мои данные, где меня найти, если еще на YouTube вдруг заблокируют. Будем надеяться, что все обойдется, но на всякий случай я оставлю вам ссылочку на Яндекс.Дзен. Переходите, подписывайтесь, будем там на связи. Все, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте пальцы вверх, напишите какой-нибудь комментарий, поделитесь им в соцсетях. Буду вам очень признателен за любую поддержку. Все, друзья, следующее видео, а это будет секрет. Оно, скорее всего, выйдет в понедельник и будет тоже вкусно, быстро и просто. Все, друзья, всем до встречи и всем пока!